как играть. Ты что, рофлишь, ты кнопки не можешь нажать? Это тебе не ВК, тут надо думать, а цена ошибки не перерождение. Алус, ты просто слабый игрок, не обращайся к нам, пока не научишься играть, мы покровительствуем только лучшим в мире игрокам. Вельки Дженки! Была Зи против тебя, очередняра. Сделай уже паунс в окно, перестань руинить катки, мусор, днище, помойка. Проклятый ч, нечестный ч, слишком много кнопок. Привет, отсе магать. Нет. А? 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 Ха-ха, хуйна. Я не знаю, почему во время доты не работал, как всегда, эти твичайерс. Ну, не как всегда, второй раз такой у меня. Я без понятия, почему они не подрубились. Может, это как-то связано с задержкой, но я сомневаюсь. Короче, какая-то хуйня. Сори, гайз, я теперь буду перед каждым стримом проверять, подрубились твичайерс или нет. Ну сейчас точно работают, потому что только что было. Я забыл ауру. Что за гемы? Он мне покажет их или как? Ну давай. Я не против. Гайз, я без чатика, потому что это просто пиздец с вашим спавом. Не, так сколько, 41, если хочешь. По поводу доты, все, легионка надоела за две игры, это ужас какой-то. Я снова рейскингом буду. Попробую по другой системе поиграть. Может, интереснее будет играть хз. Я не хочу снова падать ниже 6к. Что-то уныло. Печальная перспектива. Ого, неплохо. Сейчас посчитаем. Это найс. Так, сколько он мне дал? Один экзалт. Раз. Два. Два. Ну, три, короче. Три. Бля. Это явно четыре. Четыре. Пять. Явно пять уже точно есть. Я здесь храню. Молчи, тут места нету.
Ну, короче, 6. 6 экзалтов. Спасибо. Что за джевел? Хуйня. А, спасибо. Сейчас обновлю. 118 плюс 7, 125. 125 на 200 собрано. Почти, гайз! Осталось 75 экзалта собрать. Я был доволен. Я показывал, ну, вроде уже на стриме, сейчас еще раз покажу. Так, что хотел сделать? The ancestors watch. Ладно, обновить у него магазин. А, не могу зайти. Ясно. Good day to you. Но anyway, магазин я обновил. Another day in damnation. Тут просто по дешевке можно покупать альтерэшны у него. Этого челика. А, свой портал за пока не закрылся. Заново открою его, потому что там вроде через 15 минут закрывается. Портальчик. Две табулы. Не, не хочу, ну там спам просто, пока да, еще подавать. Без чатика отвеча будет. Сорянова плюс Солянова. Watch yourself. Need something? See you. Have fun elsewhere. Так. И поставлю на продажу табулу. За сколько я вообще табулу продаю? Нынче. 1x я продаю. Ясно. Это крафтед 1x. А, это крафтед. Это обычный 1x. Ладно, я за 1x буду ставить. И я за 1x алтизи, походу, продаю. Эх, как бы купить себе гем. О, челик, ну продай ты мне хотя бы за 1x.
19 левел, все-таки помойка. Да иди нахуй с моими трапами. Что-то прохода дальше нету? Я к нему зря заходил. Левел подъехал. О. Сколько станет ДПС? 4442. 4423, ничего не стоит. 4829. Кул. Так, а как мне дальше ХП докачать? Все равно у меня мало ХП. А вот здесь еще ХП. Точно с броней. Фузинг нужен для того, чтобы вещи слинковывать, ну, связанные сокеты, чтобы были. Наконец-то крематорий. Походу буду покупать Fortify и Millifysical просто с нуля, это пиздец. И буду тратить 20 ГСП. Потому что я горю, невозможно купить. Просто не продаются Quality Fortify и Quality Millifysical. Просто я их не вижу в продаже. Ни в трейд-чате, ни на поэт-рейд. Ну накроили мне, удачи не нужна. Вечером. Может даже днем. Посмотрим.
Как я ненавижу тупики. Because you answer to no one. And that's why no one will miss you. Сколько времени? 13:22. Be careful. Goodbye, exile. Каково жить с даунами на одной земле? Бля, охуенно. Goodbye. The poet Victoria. Я уже столько раз пытался играть только в Rise Kingdom, почему я постоянно хуйня страдаю? Явно, вот сейчас у меня такой период, уже давно, я просто с этой дотой не могу. Can't see why I'd want to do that here. Мне нужна какая-то мотивация, я не знаю, чтобы я смог выдержать, не знаю, бесконечные игры на Rise Kingdom, просто бесконечные. Мало? Какой мало? Блять, там каждый день 500 вопросов, я не могу на все отвечать. Я просто много очень удалял, а времени я потратил достаточно. Я для себя решил, что я буду на скафами тратить время только каждое утро. То есть я захожу утром, отвечаю насколько смогу. Там очень много вопросов. Надеюсь, вам надоест спамить всякую хуйню, тогда я смогу чаще отвечать на скафами. А пока там 500 вопросов в день, извиняйте, это гг. Это гг. Не знаю, короче, как себя мотивировать играть на Rise Kingdom only. Ну, бесконечно прям вот, чтоб реально бесконечно, без других героев вообще. Как раньше, когда-то давно. Мне вообще нужна другая система игры. Сегодня я попробую поиграть по-другому на ВК. Мне придется покупать самому всякие досты, гемы и так далее. Я помню, я так играл, когда играл на Икапе, во времена, когда я играл когда делал стрики на лоу ПДС на Икапе. Вот там вот я мог покупать все гемы по КД, потому что, типа, во-первых, там гем, если ты теряешь, то можно было купить новый, а здесь кулдаун, и он стоит 900. И там еще гемы можно было разбивать, кстати. То есть ты мог потерять гем, потом купить новый, забрать у противника старый и разбить его. А если ты играешь на сладке, например. Но чтобы покупать досты всякие на кэрри, я не знаю, это надо как-то оптимизировать билд свой. Где эти слоты взять, я хз. А что думать? Не знаю, мне кажется, я... Чё ты прыгаешь, пылесос? Мне кажется, я где-то... треть игр... треть проигрышей, ну которые проигрыши, а не геймруин. Треть игр проиграны из-за того, что нету просвета. Треть. То есть треть. Просто нету просвета, ты не видишь врага, и ты проиграл. И что делать? Ну забавно, да?
Треть игр буквально. Я не вижу врага, я проиграл. Бегаю. В таком случае нельзя баунти руны отдавать мидерам. Потому что если покупать досты самому еще и отдавать баунти руну мидеру, это ГГ. Так тоже не получится. Да, все. Конечно нужно. Сейчас доту играть на кэрри стало невозможно. Потому что... Глиммерскейпы, аулы бесконечные. А в лейте у любого саппорта есть глиммерскейп, аул, что угодно. Как вообще играть? У тебя 6 сотов, ты нихуя не можешь сделать. Ну вот, аул это еще такое, типа. А вот глиммерскейп, ты просто не видишь врага и все. Как можно убить врага, если ты его не видишь? Это слишком имбаланс. Да, до глиммерскейпа был лотар. Но лотар стоил дороже, и его не покупаю, на самом деле. Глиммерскейп покупаю, потому что можно юзать на союзника, вот и все, блядь. Типа, лотар никто не покупал на саппортах, потому что он только для себя. Хотя лотар такая же баба имба ебаная, как глиммерскейп. В бабах, потому что просвет никто не покупает. Его просто не берут. Я треть игр из этого луз. Как можно выиграть игру, если ты не видишь врага? Забейте. А как можно выиграть игру, если, допустим, игра затянулась в лейт? То есть, у тебя есть дагер, БКБ. И если ты покупаешь досты и ТПшку, то есть итемы дагер, БКБ, досты, ТП, пауэртресс. Все. У тебя остался один слот на ДПС, один слот в лейте, допустим, 45 минут. А, я ничего не понимаю, что у меня проблема с восприятием. То есть это что? Трава покупать? А если трава покупаешь, то нужен муншард. Короче, надо вообще совершенно по-новому все билдить. Это, блядь, слишком сложно. Муншард в таких реалиях становится очень хорошим итемом, потому что... Типа, слот под ТП нельзя себе позволить иметь. То есть надо покупать тревела. А чтобы купить тревела, нужно иметь муншард, иначе у тебя не будет атак спида. Да, блядь, эта хуйня бесит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да не убегай ты, ну, блядь, ненавижу, нахуй это вообще вели. Просто вели хуйню, за которой надо гоняться, она убегает и как ее убить? Вот эти вот уроды, которые взрываются молнией, они очень опасны на Мерси. Надо стаймить лайт-фласку против них, потому что они тебя порвут на куски. Они очень опасны. Я, короче, помню, как когда-то давно, когда я еще... Ну... У меня был слабый шмот, мало хп, но на Мерси, если что, меня, короче, убили
с 3 хп, один урод рарный, просто двумя молниями убил. Две молнии подряд я умер. Это пиздец. Это у меня было 75 лайтреза без фласки, конечно, я фласку не нажал. Я у него убил двух молний. Они слишком балансные. На самом деле, там не важно, что у меня было 3 хп. Было бы 4 хп, я бы тоже сдох. Короче, лайт-пласка нужна против них. Let's see you knock me on my ass. Now that was a fight even... Я думаю, мне надо взять waypoint на рынке и пойти позавтракать. Я так еще и не завтракал, если что. Как задавать вопрос, чтобы отобразился в игре? Я сейчас играю без этой темы. Я не поставил чат в игре, чтобы отображался. Потому что все начинают спамить. Там буквально один вопрос из 10, на который можно ответить. А все остальное просто экран закрыт спамом. Не напрягает. Блять. Тебе не надоело все подряд спрашивать? Ненавижу эту локацию, тут постоянно такие всякие лабиринты в домах. Карабас лап. Переждать, пока стаки спадут. That would only slow me down. Two out of three busts. Wow. Б.
Блять, места вообще нет. Тут все забито этими алками. Надо написать снова. VTB quality millipiece. И VTS Alchemy. Поспамить на каналах. Не только на одном, а на... Так. Сейчас подойду. Пойду, короче, еду возьму. Что-то голодный уже, я еще не завтракал. Короче, я не знаю, как мне теперь стримить, я собираюсь кушать. Вейт, что ли? Восемьдесят седьмой. 87. Поищи, чел. Булдрейдж хуйня для меня. Для моего билда. Но того не стоит. Yeah.
вроде не коцу даже. На самом деле. Вопросы в ЛС? Это типа сюда? Пока не заебывают. Пока. Хотя нет, немножко заебывают. Немножко. Пятьдесятый левел. У меня дальше попал. Дальше снова ХП. ХП, ХП, ХП. Или потом ХП. Какая разница? Эти два скилла надо будет убрать. Надо пока что сделать, вот раз, два, три, четыре, тогда смогу убрать два этих. Сори, гайз, я кушаю. Я голоден.
Пошли в бокс. А зачем ты на нее завязал Ваал-Орб? Челик завязал на табулу-расу Ваал-Орб. И она у него превратилась в хуйню. Ну, грац. Проебал один экзалт на ровном месте. Я чекаю на наличие квеста. Да их меня не наебывало. Как, в смысле наебывали? Чем имеется в виду? На цены в смысле? Зависит от того, насколько тебе шмотка нужна. И да, я чекал сайты. Очевидно. Я быстро очень узнал о сайте Poetrade. Poet.trade. Там можно все прочекать. Вот. Как купить quality game? Как? Они, эти уроды, они их не продают. Ой, долбоёбы. Не все ФК. Одиниц! Вейпоинт подъехал. ВТБ Джейд Фласк. The Beatles poet could either spoil. Can't see why I'd want to do that here.
Ну-ка теперь хпшку. Два 137, 280. Блин, ничего не могу надеть. Все мои шмотки. Вот левел 59, левел 60, левел 60, левел 62. Собственно, мне не хватает пояса и перчаток. Я до сих пор их не нашел. Собственно, я не смогу играть, пока не найду их, потому что у меня не будет резистов с лайткоилом. Теперь бегать здесь по домам, искать этот квест ебаный. Бесючка. О, нашел по фасту. Что есть. Даже Джейд Фласку нельзя купить, написал ВТБ Джейд Фласк. Никто не написал ответ. Ни одного челика. Как вообще тут шмотки покупать? Вейпоинт по центру где-то. Так. Постоянно надо чекать, а то вдруг что-то появится, а ты не купишь. Фойл. ДПС 180, самое лучшее. Ну и что это такое? Как можно с этим дерьмом играть? 180 ДПС. Ну, чтобы вы понимали, представьте героя в доте, в лейке, с уроном 180. Это то же самое. Вот неплохие перчатки, типа, но нет. Accuracy low, life low, броня low, один резист. Ну, пиздец. Сложно. Нихуя нет.
Сложно. Было бы тут плюс лайф, а не это вот стан рекавери голимая. Было бы найс, а так не найс. Fire resist уже не нужен, дай тут хуйня смотри. Сложно. Ну блин, нет ни одного пояса. Нужен хаос резист и лайт резист, или же... Вот здесь Fire и Light. Это неплохое было бы, если тут не Energy Shield. Мне Energy Shield не нужен. Не нужен. Есть сила вместо... Типа... 89 плюс 19. Это сколько хп? 108. Ну... Меня интересует хп, начиная с 120. Был бы это Хаос Рез, может быть, на Fire. Не знаю. Это вроде неплохой пояс, как Экзалтер, но... Но нет. Не то. Не то. Надо лучше. Лучше. ГГ. ГГГ. Сложно. Сложно. Да никак ты не поймешь. Если начинающий игрок, то как ты поймешь? Могу лишь сказать, что на нормале и в начале круила тебе почти никогда ничего не выпадет. Бывают иногда кольца хорошие 35 левела, 40-го, бывают реально хорошие, но это редко очень. Сложно! А что они так сильно жарят? До свидания, парни. По одному. Блять, что-то сложно. Нет.
Я не знаю, блин. Не знаю, что тебе сказать. Очевидно, что хп ценится на хардкоре. На хардкоре хп это самый главный фактор. Но само хп по себе, то есть как бы синие шмотки не бывают почти охуенными, только рарные. Ну а что было одновременно? ХП, резисты и при этом, допустим, высокая броня. Или ХП плюс одновременно там какой-то большой урон или аккуроси. Ну, короче, трудно объяснить, ну да, конкретно на примере каждой шмотки объяснять. Сокеты конкретно, только 6 сокетов ценится, просто 6 сокетов, потому что можно продать вендору за 7 джевелов. А так это не важно. Ценятся только слинкованные сокеты, то есть начиная с 5. У меня вот это было раз, допустим, 6. Ну, тебе все равно не выпадет 5 или 6 сокетов, скорее всего. 5 сокетов начинает выпадать с Круэла, 6 вроде с Мерса, я не помню. Now there's a familiar face. Ну вот, вот тебе правильно пишут. Ты не сможешь понять систему цен в пое на вещи, не проиграв полгода-год. Это невозможно объяснить, как я тебе объясню. Проще всего чекать пое трейд. Вот этот вот сайт. А, блин, ну эти собаки ебаные, опять маг собаки. В смысле, синий открыл. А, сложно. А где квестовый этот итем? Он здесь получается, в этой стороне. О, нет, только не собака, пожирающая трупы. О, великие силы, это будет долго. А-а-а! Умри, наконец-то. Долго, в скобках недолго. Я не знаю, этот мод Soul Eater, он только хп дает? Или еще урон? Но он не может давать урон, скорее всего. Потому что если он дает урон, то это, типа, в теории вообще непобедимый может быть. Кто-то. Опять синие собаки! С этими смодами какими-то. Не, ну в теории они тебя вообще убить не могут, но, блин, напрягают. Когда-то давно синие собаки были просто смертью на всех сложностях. Потому что был такой мод, как ну, дополнительные проджектайлы. Ну, короче, они огнем стреляли в 3 раза сильнее, чем вот сейчас. Это был мод такой. Это просто пиздец. То есть, в 3 раза выше ДПС, чем сейчас был. То есть даже бутылки не спасали, они тебя убивали за 2 секунды, толпа собак синих. Этот мод убрали, потому что он был имбалансный, и теперь они больше не спавнятся. Такие собаки. Убрали собак, в смысле, а на других мобах теперь он не работает так, как раньше работал. Они тебя теперь не могут ваншотать кучу снарядов сразу. Наконец-то нашел.
Так, guys. Сейчас будет небольшой перерывчик. Не знаю, минут 15-20, может быть, полчаса. Потом я подрубаю доту. Опять. Вот так. Все. Дота скоро. Дота is coming. You getting boy. You getting boy. Что он сказал здесь? Кстати, продавцов, если вы бомж, можно чекать иногда на вот это вот. Смотрите, видите? Я зашел к продавцу, и тут продается за один Orb of Transmutation 6 линк. То есть не 6 линк, а 6 сокет. Я его купил, теперь смотрите, я купил его. Захожу, 7 джевелов. Здравствуйте. Оп. Опа. Легкие 7 джевелов. Это если вы бомж, вы можете так зарабатывать сам же на найсичах. Только это начинается, только очевидно с Круэлла, эти 6 сокетов, где-то, не знаю, со второго акта, может. А так можно искать хроматики, то есть 3 соединенных разных цветов. Вот. Нету хроматиков. Но это можно пройтись по всем городам, то есть вы можете зайти во все города, посмотреть на наличие хроматиков. За один заход можно собрать штук 5 хроматиков. Хз. Вот я фри 7 джелла получил, чисто фри. Я не знаю, почему этот абуз не фиксит. Это реально абуз. Кто-то может просто бегать по городам, пока да, и искать эти форматики джевелы. Так, все. Дота через скоро. Пока все. Я пошел, кажется, в хайдаут.